Для рязанской нефтеперерабатывающей компании импортозамещение – один из ключевых этапов модернизации производства и глобальной стратегии «Роснефть-2022». С внедрением уникального катализатора от ангарского завода процесс перехода на новую технологию завершен на 4 установках, которые, к слову, сами созданы по российским стандартам. То есть вот сам базовый проект, сама технология катализатора – это все российского производства. Значит, и в принципе вот должен сказать, что процесс вот нисколько не уступает зарубежным аналогам. И вот именно благодаря ему, наверное, вот у нас появилась возможность, еще раз говорю, производства вот этого Евро-6. За рубежом, как правило, такие бензины не производят. Поэтому вот спасибо еще и российской науке, которые при нефтеворотчиках очень приятно, что они вот таких результатов достигли. Катализатор каталитического реформинга в производстве – быстрейший путь для химической реакции в нефтепереработке. Это ключевой элемент создания бензинов класса Евро-5, а также инновационных бензинов Роснефти – АИ-100 и экологичного Евро-6. Кроме того, применение отечественного продукта позволяет рязанской НПК значительно улучшить потребительские свойства моторных топлив. Октановое число катализатора теперь более 95 пунктов. И это, безусловно, шаг вперед. Рязанские нефтепереработчики снижают риск зависимости от импорта до минимума. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».